Я так и понял. Я не сомневался почему-то. Откуда вниз? Вот отсюда? Я сумасшедший, может не надо? Это хуйня. Вот там, где мы катались, ну сейчас увидишь. Конечно, вы на этих, на бабских цеплениях все. Каких? Виталик их обозвал. Как бабские? Там? Бабские сцепления. Да? Чё? На бабских цеплениях. Кто-то не заехал, походу. Думаешь, дело в сцеплении, да? Ну я их ищу всегда причины, понимаешь? Надо же до последнего, чтобы... Подтвердиться, да? Да. Все-таки, что не во мне дело, не во мне. Мы можем съехать, если хочешь, по другой стороне. Там можно объехать недалеко. Лучше отсюда. Я отъеду, наверное. Я думаю, что я объеду это просто все дело. Я объеду, потому что я что-то очкую, малеха. Thank you.
А райдал? Да. Майн Эйнс? Сзади едет, едет, вон он. Да. Если вы хотите смерти моей, еще рано. Это просто был начало. Я спуск, понял. Но рано. Без всяких начинаем. Вот эти, которые, знаешь, спустились такие. Да это хуйня, всего лишь спуск. Да, я с таким же, он езжу обычно. Только потом я валяюсь, да, он стоит смотрит. Вот этот, который такой пиздец, да, я так понимаю? А нахуя? Ну, потому что трасса. Давай, давай, чё ждём? Отогнулся нам, да? Не, ну, хочешь, может, всех? Ну, это, может быть, как ездило? Сидел дома все спокойно. Да-да. Жена говорит, пойдем, коктейльчик бахнем. Нет, нахуй. Это гонка BBC, метр еду, два неси. Ага. Что ты ржешь, ты меня... Много лучше. А? Сид пол, там были вороты. Сид, да. Сейчас, пожалуйста, паркай метр сильно, пока проблемы. Kas nad ajas ümber või? Ma olen ka nüüd.
Как что, там не спуститься? А куда народ уехал?
Такое ощущение, что у меня скорость вылетела. Ног не хватает, а? Нормально? Нормально. Тренироваться? Конечно. Там еще два. Ну вот, я отсюда уже запихался, в принципе, снизу. Вот с этой ветки, в принципе, я уже затащил. Тут чуть-чуть... Я тут повернул, и нога чип начал соскальзывать. Я тут встал на заднем. Думаю, ну хуй, пусть заезжает. Не, здесь еще вот в этом месте зацеп был. Ну, где он там?
Слушай, по-моему, он объехать, поехал объезжать. А там? Давай до сюда, если что, заезжаем и поможем. Газу, 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 ну. Все хорошо было. Ты если сюда хотя бы запрыгнешь, мы тут тебя затащим. Первую скорость и переднее колесо вот сюда закинь. У тебя там камень что? У тебя камень под мотоциклом. Давай, 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 вот, вот. Пойдем, поможем. Тут уже газку и рывочек. Подожди. Давай, рывок, рывок, сделай. Вот, молодец. Туда, что ли?
там ведь вот сбоку можно схалтурить, да? Вон там сбоку можно схалтурить. Да, да, надо спуститься, и там рядом будет простая тропинка. Как можно вон там. Я говорю, я вот и смотрю, что там схалтурить можно. Сейчас, сейчас, плюхте меня. Ну, помните, цвет кога ваша куля. Я пора молю курить. Ром, здесь слева. Не, я там объеду. Так вот, тут сразу. Я тоже это не поеду. Как же хреново быть с короткими ногами. Далеко ушел как-то. Блять, я же оттуда точно не выйду. Я же тебе кричал. Надо выехать, Серега. Ты не кричал. Я кричал, честно. Я так и думал. Спокойно, на жопе. Трави сцепление. Я не уйду здесь уже. Он уже не уйдет.
Когда ты смотришь, туда иди. Туда? Да. Там есть куда? Да съезжай, давай. Бля, вот кого из вас слушать, а? Я знаю, что один подставляет, а второй мне добра желает. Я добра тебе желаю, брат. Я так и понял. Блять. Ща, иду. Только добра, Серега. Я понял. Видит Бог, я не хотел вас сюда везти. Так и запишем. Вовик, не торопись. Ну, слабое звено. Поехали. Поедешь. А, фара мешает. Сядь на него и жопу загрузи, иначе он будет буксовать. Так ебашит глаз, я тебя не успею поймать. Он и там спустился, где первый раз спускать. Кредитов хуево гора, забыл. Ипотека, все меня. Ипотека. Она этот уровень, как это, желание жить увеличивает. Уровень тестостерона поднимает. Нет, наоборот. Давай. Депрессия, все дела. Yeah.
Возможно. Не могу. Ручку, давай нажми тогда. Мы держим, нажми. Сцепление. Заводи. Я так устал, спасибо, блин. Спасибо, братья. Пошли. Я на колесико подбил. А, да? Я прицепил. Спасибо. Пойти иначе. Ну, конечно. Держись за дерево. Да не переживайте, я пройду. Я еще тут посижу. А сейчас скажите, что вот в эту горку надо теперь ехать. Страви еще больше. Серьезно? Да, куда-нибудь в тенек заедем. Серега, как партизан, может не говорить, куда ехать дальше. Да-да. Не, ну надо попробовать раз в жизни. У тебя ботинок не справа расстегнулся. Мы решили здесь остаться. Бросьте нас. Красные виды. Thank you.
вот и все. Не туда, Вадим! Какой-то ебучий народ. Чё? На соплях, короче. На тоненького. Если вообще бы еще на 2 метра длиннее была бы горка, ты бы не заехал. Пизда бы. Ну я и так уже давай сидел на руле. Нифига, ты вот в конце уже был на хвосте. Ну, а чуваки, Овик, заезжай. Я ехал, потом я уже чувствую, давай, что все, я теряюсь. А на этом только чувствую. Я вот все время думаю, что за эти за идиоты тут ездят. Я говорю, все время смотрел, что за сумасшедшие тут катаются. У меня теперь ты один из них. В голове, да, не укладывалось. Теперь только таких чуванутых только два. Ну, Серега. Ну, я же говорю, я все правильно понял. Если вы хотите научиться ездить эндуро, надо ездить. Надо ездить с Серегой. Да. Если вы хотите ездить как настоящий эндурист, надо ездить со мной. Угу. Настоящий эндурист всегда выберет более простую траекторию. А настоящий эндуро — это вот эта вот хуйня. Ебанутый полезет, блядь.
Вот именно. Умею заниматься. Надо. Я никогда в жизни бы в эту горку не поехал, честно вам скажу. Я бы там бы не поехал. Поэтому, ну, я понимаю, что надо пробовать, что делать. Ну, красавчик. Надо просто зашел. Тупо участвовать в гонках. Да, время, там... бля, я говорю, я не получается. Мне вырываться так сложно. Я говорю, что если хочешь научить. Там нет времени думать, просто хуяришь. Просто хуяришь. И потом на тренировке приезжают к такой штуке. А, я же ее проезжал. Так я говорю, если бы, ну, если была бы гонка, все бы ехали, я бы полез бы. Просто я бы там бы, конечно, ковырялся бы, силы бы оставил, доехал бы, может. Не, меня вот, вот оттуда, вот, вот от того дерева, ну, вот от этой березки последней. Затащили. Газу надо, там, я понял, что там надо открыть и сцеплением ехать. Да, снизу спокойно. Там же эти подъемы. Объезжайте вокруг! Вот внизу просто проезжайте сюда и все. Такими темпами ты точно не заедешь. Давай спускаемся. Где Алан? Алан! Куда? Опять вниз? Они внизу? Нет, вон. Тулес, я! А что это они застегнуты? Что? Рюкзак на болтается. Ой, блядь. Не, ну зато можно отдыхать. Да, мы это си. Пока других таскают. Вадим, ты будешь еще перепробовать? Да не надо, вы давайте объезжайте вокруг, это уже... Слабать. Просто снизу 50 метров вправо. Ты хочешь здесь спуститься? Вот здесь, дальше. Так трасса шла. Можно пробовать? Thank you.
Куда? В какую сторону? Туда? Сильно, сильно? Sä otat mintöä? Joo, ei oo mukaan tällainen, että se on vuosi. Joo.
У меня все время камера стояла половину пути задом наперед. Вы что, как батарейку поменял, снимал лицо себе. Ха-ха, красавчик просто.
едете, нет? Мы не туда заехали, как вроде сказали. Стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще двое. Yeah.
Зацепа там снизу, конечно, не хватает. Засадно. Он вообще на пустом колесе, конечно, едет ему удобнее. Ага. Че, вылезешь? Не-не, сейчас мы едем. Сюда? Хочешь, съезжай к нам. Кисел. Жару. А? Да, мане, кисел. Да ну, я никогда не поеду. Закарабкался. А? Закарабкался. А, ну так тоже можно, да. Я не буду его ремонтировать. Подождать, все заеду, нет?
один турист, ты что все? Я приезжаю? Тебе видосик потом скину. У меня травма опасная, я тут так летел, я всю руку тут расхерачил. Я этот пока пропущу. Мужик, мужик. Yeah.
Miks sul mootor niimoodi sureb välja? Täna nüüd esimest korda teeb. Või noh, tegelikult ükskavada tegi. Suhe korrad on eelneval ka teinud, aga ma ei saanud aru, mis asja see oli. Lihtsalt nii rumalik kord, ma sõidan sulle tagant kord. No just. Lihtsalt kord. Et ei oska oodata, vaad kusagi teeb, mis
Оп. А, налево? Что, он орёт там так? Что за паника? Это мой любимый лес. Может, это и не он еще? А, нет, это мы, я знаю, куда выйдем. Это мы уже приедем к этому. Там его вчера сортовали. Опять срезаем? А? Опять срезаем? Нет. Так туда же надо ехать. Все? 4, 5, 6, 7, двое еще. Он меня сначала хотел, если ты не понял. Обязательно.
сказал? Это не я. А? Здесь не был? Нет, я вот отсюда начинал. Эту трассу? Ну вот отсюда, да. Сейчас.
остальные? Они поехали. Они уже утопили.
Я чуть-чуть устал. Серега, что низом интересно поехал? Я не видел, но я, по-моему, они поехали, да, там. Я просто не знаю, куда. По-моему, вот здесь было. Съезд. Но я не уверен. Не знаю, где они. Что они? Там место, где мы купались, а вот был сюда. Возможно. Ой, тут можно низом проехать. Поехали дальше. Сейчас я отъеду. Да подожди, давай я съебу. Да-да, я тоже на него посмотрел. Да? Попробовать? Да поехали уже так, уже время, Вадим. Уже 10 минут четвертого. О, сейчас заканчивается, ехать. В смысле? Что, время? Все. Хочешь уже прям резать или что? Не, можно в хребет проехать обратно. Ну? Еще 10-15 минут. Ну, пока доедем уже... Время. Посмотрим, мы еще можем что-то сказать. Ну, у нас, грубо говоря, до 4. Пока мы заедем, загрузимся. Там прыгнем в воду быстро. Там тут наверху тоже тошнит. Что, едем обратно? Да. Ну, я бы тот подъем взял побольше. Ну, хочешь, попробуй. Ты же там брал. Я не помню уже, что я брал, что не брал. Кажется, мы такое не брали. Ты его не возьмешь. Без шансов. Вадим, это, мне кажется, спуск. Даже не думай.
пошел. Ну, нормально идет. Много энергии требует, когда вот на медленной скорости балансировать. Траектории. Да ладно, не страшно. Thank you.
Там велосипедисты. То есть заезжает, не перепрыгивает. Там видел, колея слева была? Зря сюда залез, походу. Thank you.
Посмотри в телефоне. По-моему, да.
ты по херу, давай прямо. Быстрее, потому что время, ну. Может, по низу? Вниз. Через низ. А это чайки, я думал, это ты свистел. Поехали. Давай. Thank you.
посмотрим. Все, на сегодня кино конец.